Успешно справляется с поставленными задачами, а победу в конкурсах профмастерства считает стимулом для дальнейшего развития. Агломератчик аглофабрики номер 2 горно-обогатительного производства ММК Юрий Храмцов в очередной раз стал лучшим по профессии по итогам месяца. О своих прямых обязанностях и принципах, которых придерживается в работе, он рассказал нашей съемочной группе. За работой сразу двух агломерационных машин, 5 и 6, следит агломератчик аглофабрики номер 2 Юрий Храмцов. Он осуществляет контроль за процессом спекания шихты, в том числе посредством мониторов. Говорит, тут главное не допустить ошибок ни по одному из параметров, ведь важна каждая составляющая технологической цепочки. Вот на этом графике мы смотрим конкретно нагрузку на сместитель, на 6. Здесь главное, чтобы не было провалов, чтобы он работал ровно. Это для нас главное. Значит, стабильно выходит шифта и увлажняется. Дальше мы смотрим параметр воды. Автоматика отрабатывает, выдерживает заданное число. Без визуального контроля тоже никак. На промплощадке у самих машин Юрий Храмцов проводит большую часть рабочей смены. Сзади меня происходит непосредственно загрузка аглошифты на агломашину. В дальнейшем под горном происходит зажигание газовоздушной смеси. Эта смесь посредством из гаусера просасывается через слой аглошифты. По длине агломашины происходит зажигание, спекание этой аглошифты. И в хвостовой части агломашины непосредственно уже разгрузка спекшейся шифты. Опыт работы на производстве у Юрия Сергеевича составляет 13 лет. На Магнитогорский металлургический комбинат он пришел в 2008 году по совету друга. Сначала трудился на 4-й аглофабрике, а после ее закрытия был переведен на 2-ю. Уже через 2 года работы специалист получил 5-й разряд. Как подчеркивают руководители, заслуженно. Свое стремление Юрий Сергеевич не утратил. Наоборот, стремится дать качественный агломерат, производство, соответственно. Очень внимательно смотрит на соблюдение охраны труда, учит многих людей с... Приходят к нам студенты, либо молодые трудящиеся. Не обратить на что-то внимание на промплощадке, проигнорировать проблему он не может, потому как знает, халатность способна обернуться большими сложностями, самое малое из которых – простое оборудование. Должность эта очень ответственная в аглоцеху, агломерятчика. Это непосредственно сам тот человек, повар, который делает агломерат. Как пройдет процесс спекания – такой агломерат будет на выходе. Ты должен здесь понимать, что ты делаешь и какой из этого будет результат в конечном итоге. Все зависит, конечно, от шихты, какая в данный момент идет. И уже по опыту и по своим специфике работы ты уже делаешь какие-то конкретные корректировки по ходу процесса. Производство качественного агломерата для доменного цеха – это главная задача аглофабрики номер 2. Обеспечивает ее решение команда специалистов. За смену на 5 машинах здесь производится 3200 тонн готовой продукции. Взаимодействие между коллегами по работе – это, конечно, один из важных факторов. Со мной рядом профессионалы своего дела работают. Каждый понимает специфику своей работы. И если не будет взаимодействия, то не будет конечного результата. Юрий Храмцов не раз становился лучшим молодым рабочим, занимал призовые места в конкурсах профмастерства. Все достижения считает своего рода знаками. Значит, все делает правильно. Значит, нужно продолжать работать в том же направлении. Евгения Салахутдинова, Денис Иванов. Телекомпания ТВИН.